Пойдем, разворачивайся. Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Наконец-то сегодня пришел заказ по каталогу номер 16 компании Oriflame. Я его так долго ждала. У нас поставка обычно в среду, но из-за того, что очень много заказов, нам привезли только в четверг. Я еще посылки не открывала, только пришла домой, посылки меня уже ждут. И начнем с самого верха. Я так думаю, что здесь мой подарок. Сейчас открою, покажу. Ой, как же его открыть-то? Кто-то пытался вскрыть. Все, заранее не открыла, поэтому немножко пошуршали. Итак, та-дам! Ого! Слушайте, это сумка, подарок за новичка по акции. То есть нужно было зарегистрировать новичка. Если новичок делает 50 баллов свой заказ единовременный, оплачивает его, то рандомно разыгрывались подарки, и мне досталась сумка. Слушайте, как классно, красно-черная, такая стильная, самый нужный мне размерчик. Еще у нее интересная ручка. Ну, это, конечно, это подарок, понятно, что я потом сама рассмотрю, но вот похвалилась вам, и мне уже радостно на душе. Пусть тут стоит. А, так, это все убираем. Заказ на 151, по-моему, балл. Сейчас посмотрю, точно скажу. Да, 151 балл. Это первый заказ. Я его так торопилась отправить, что еще не со всеми клиентами даже встретилась. Это то, что мы... спорили, на что это похоже, на трусы, сумка-трусы, или это мордочка леопарда. Конечно, мордочка леопарда, это бесспорно, но трусы победили, потому что это было очень смешно, все угорали, и я решила эту сумку себе заказать. Я понимаю, что ее не буду носить очень часто, потому что она предполагает определенный стиль в одежде, но она настолько мне понравилась, что думаю, даже если я ее одену несколько раз в год, а так как я ее заказала по скидке 50%, она получилась очень доступна. То есть мы примерно рублей, наверное, 500 она вышла, двухсторонний, как она называется правильно, ну не знаю, посмотрите, 50% скидка, она от чего считается? Мы берем черную цену каталога, отнимаем 20% и делим напополам, получается цена сумочки. Да, она мне очень нравится. Кто не понял прикола, что такое сумка-трусы, сейчас покажу. Та-дам! Тут по краям в уголочках есть специальная клепочка, а с другой стороны то, куда ее присоединить. То есть вот таким образом клепочку цепляем, опускаем вниз, расправляем, как должно быть. Получается леопардовые трусы. Ну, шутки шутками, а сумка прикольная, мне очень понравилась. Хотя Миша сказал, нет, мне она не нравится, а мне-то нравится, и это же мне с ней ходить. Мне кажется, она эффектная. Надоела этой стороной, развернула черной. И как клатч ее можно носить, как сумку. И формат такой удобный, что это не кошелка, не слишком маленький клатч, а вот как раз то, что нужно, в нее можно положить. Поэтому я очень довольна, пусть она тоже тут стоит, радует нас своим видом необычным. И я хочу найти один аксессуар, который мне очень сейчас подходит по образу. Именно поэтому я бы хотела его сейчас добыть. Подождем секундочку, может быть, он здесь где-то окажется, а может быть, в другой коробке. У меня же две коробки. Так, наверное, в другой. Все терпеливо ждем. Да, та-дам! Я думаю, что это будет прям в тему. Как раз черное классическое платье. Не совсем классическое, но черное. К черному платью жемчуг идет в самый раз. И я не удержалась и заказала. Смотрите, приходит в таких лиловых мешочках. Обалденно красивые мешочки. Конечно, я их никогда не выкидываю. Я в мешочках потом храню бижутерию, чтобы она не царапалась. Итак, та-дам! Я взяла все-таки эти серьги. Это любовь с первого взгляда. Вот как я их увидела, у меня сразу так внутри ту-дум, беру. То есть
решение о том, что я куплю эти серьги, было принято еще, мне кажется, до того, как я их рассмотрела, потому что, ну, они уникальны, сочетание золота, янтаря и жемчуга, это прям вот, ну, классно, это очень эффектно, это очень стильно, и я их прямо сейчас хочу одеть. Серьги трансформеры, то есть мы можем носить только вот такую золотую одну штучку, а можем одеть на, как раз обратно вернуть вот эту вот деталь, и будут длинные серьги. А мне почему-то сейчас очень хочется длинные серьги носить, тем более они так классно подходят и под волосы мне, они вроде бы и не выделяются очень сильно. Я чуть-чуть хочу обработать маслом чайного дерева дужки, клепочки, прям пальчиками обрабатываю, не взяла ватный диск, ничего страшного. Вот, и теперь я хочу выдрузить себе в ушки, чтобы вы любовались ими, и, может быть, кто-то тоже захочет себе такие серьги, потому что мне кажется очень важно еще увидеть в деле аксессуар. Когда складывается картинка, начинает играть воображение, начинаешь вспоминать, а что у меня есть из одежды, вот они чувствуются. Кто-то спрашивал, тяжелые они или нет. Слушайте, они тяжеленькие, правда. Я почему-то, когда их на обзоре смотрела, я особо не придала значению, они ощущаются. Очень тяжелая жемчужина, прям такая увесистая, и есть ощущение, что, ну, это не на полный день такие серьги, хотя, может быть, ушки привыкнут. Ну, я, как правило, тяжелые серьги ношу, ну, так вот, на выход, там, туда что-то одеть, вышла, например, там, в кафе и сняла потом сразу. То есть по дому я в таких ходить точно не буду, чтобы не оттягивать себе уши. Вот, ну как, я-то не вижу, у меня зеркала сейчас нету. Симпатично? Ну, мне кажется, прям вот мое, вот то, что мне нужно было. Ну, а теперь давайте рассмотрим мой заказ. Ой, это то, что я себе заказала, парочку. Сладкая парочка с кардамоном, хлопок и кардамон, да? Это ж, ну, это как вот можно было не заказать? Я, конечно, не удержалась, хотя полно всего, полно гелей, лосьонов, кремов и так далее. Как пользоваться? Очень просто, смотрите, раз, раз, оп, и все, и лосьончик здесь. Какой чудесный. Мне очень нравится качество этих лосьонов. Тут буквально небольшое количество нужно, чтобы вот все тело намазать, чтобы все кайфовало. Как раз я ручки еще не мазала кремом. О, какой хороший. Кто-то писал, что был бы рад, если был бы такой парфюм с таким ароматом. Да, было дело. Слушайте, очень красивый аромат и очень красивая упаковка. Я прям вот балдею. Это у нас получается мыло hand and body, то есть мыло для рук и тела, можно им купаться, и лосьончик для тела. Ну, просто прекрасно, даже вот чисто визуально смотришь и понимаешь, что, ну, красиво. Ну, вот представьте, в ванной у вас будут стоять такие флакончики, ну, правда ведь красиво, и пользоваться ими приятно. Для меня, например, очень многое значение играет баночка, как это оформлено. Я, конечно, понимаю, что в Oriflame не ставят акцент на упаковку, потому что на первом месте стоит качество, этот шведский утонченный стиль без излишеств. Ну, честно, я люблю все такое ля-ля-ля, чтобы было все необычненькое. Так, ну, конечно, это витамины wellness. Сейчас немножко wellness поменьше заказываем, потому что были запасы, но скоро они закончатся. Крем для ног — это под заказ, это клиентка заказала. Я забыла, это же аромат новый Essenza. Как он правильно называется? Giordani Gold Essenza Sensuale. Такое сексуальное название, такое сексуальное название, я даже заговариваюсь. Верите, нет, у меня слюньки текут. То ли это просто у меня разыгрался аппетит из-за того, что новинки не могу открыть, надо ножнички брать всегда, то ли из-за этого, то ли, я не знаю из-за чего, то ли из-за этого запаха. Все, открываю. Как видите, я себя балую по полной программе в этот раз. Потом у нас будет генеральная уборка. Я так активно открываю. Да, и тут хитрый флакончик. Хорошо, что я предварительно посмотрела, как пользоваться. На самом деле здесь есть инструкция. Прям на крышечке открываешь, есть инструкция. Потому что мы привыкли, что парфюм нужно брызгать. Просто нажал. А здесь, оказывается, эту крышечку надо открутить. Ой, и там капелька аромата. А куда же мне его теперь нанести?
Нажать. Как-то загадочно, да? А, и вот он полный прям набрался. То есть я надавила, и он наполнился. А как он теперь мне отдаст? Куда же мне теперь намазать? Я кремом намазалась на платье. Чуть-чуть намажу. Я хочу его распробовать, чтобы, ну, понять, насколько он такой, как я его ждала, или нет. Вот сюда нанесу. Нет, давайте вот сюда, мне эту руку удобнее будет к себе. А, какой классный! Вообще. А вот надо вот так перевернуть, и тогда напиток, хотел сказать, жидкость попадает как раз, и потом просто закручивать. Попал на руку. Слушайте, а он легче, чем Giordani Gold Essence, представляете? Он вообще другой. То есть их можно не сравнивать, что этот чуть-чуть, да, похож, хотя флакончики как будто бы, ну, продолжение, типа дочерний аромат, но нет, он другой. Мне нравится. Самое главное, мне он сразу вот отозвался. Слушайте, такой кайф. Так, я потом еще понюхаю, чуть-чуть сейчас отойдет у меня нос. Так, а что это? А, это маскарад. Это в подарок. Это духи. Мне, знаете, у меня целая коробка подарков, а я даже не знаю, что здесь подарок. Сейчас я вспомню. В одном наборе у меня, по-моему, вот так вот идет. Тушь, наверное, для ресниц, потому что я такую не заказывала. Румяна. Помните же, что у меня куча подарков. Два набора одинаковых. Вот такие вот здесь крем, смягчающее средство. Мыло тоже с ароматом. По-моему, здесь аромат розы как раз в этом наборе. И должно быть, наверное, еще тушь. Ну, сейчас мы посмотрим. Я же вспомню, что я заказывала, а что нет. Так, под заказ у меня туши. И, наверное, не одна. Слушайте, вот еще в подарок. Вот это в подарок. А это вообще не знаю за что. Это тоже в каком-то наборе. Это под заказ. Две туши с эффектом накладных ресниц. Пока две, потому что у меня и были еще в наличии. Какая хорошая все-таки тушь. Я ее вам рекомендую. Самое интересное, что вот просто начинаешь красить ресницы, первый день, может быть, будет непонятно, немножко склеивает. Второй день, но на третий все кайфово. Она прям веером укладывает ресницы, поднимает, объем дает. Вот я люблю эту тушь, и сейчас ее всем рекомендую. Так, это вот все подарки. Давайте разделим. Просто интересно, что мне надарили. Так, это под заказ помада стойкая. Она сейчас Черная пятница, всего 199 рублей. Какие классные помады. Они настолько комфортные на губах. У меня есть одна клиентка, очень избалованная. Вот если вы понимаете, что такое в моем понятии избалованная, то что она может себе купить любую косметику, без проблем зайти в Литуаль, например, или в Эль де Ботте, и выбрать себе любую помаду. И она взяла на пробу такую помаду. Два или три каталога назад они были по акции. И когда я спросила отзыв, она говорит: отличная. Я не ожидала, как будет еще, приноси, другой тон заказала. Отличная помада. Ну, я думаю, это здорово. Человек знает, о чем говорит. Я заказала парочку сладкую. Это гели для душа с натуральными эфирными маслами. Я взяла, повторила еще раз, красный апельсин. Он у нас ушел вот просто мгновенно. Я первый флакон, который я открыла, это его. И я влюбилась в сливовые. Это два аромата, которые вот сейчас в холода будут напоминать мне о лете, о тепле, о жаре. Потому что они такие вот именно смачные, такие, я не знаю, просто кайфовые. Ну вот просто вот купаешься и понимаешь, что тепло придет, лето будет, оно не за горами. Так, вот сюда их поставлю, они высокие. Ага, вот еще вижу часть подарка. Это Giordani Gold Essence. Маленькие малыши для головы, для волос. Шампунь и кондиционер мини формат. А это здорово, что мини, потому что я люблю с собой в дорогу брать именно свою продукцию Oriflame. И даже если я еду к знакомым, но они не пользуются Oriflame, я всегда набираю свое. Во-первых, я демонстрирую свой образ жизни, то что я в Oriflame беру все. И во-вторых, я даю им попробовать. Я показываю, я пользуюсь, смотрите, как классно. И они тоже начинают задавать вопросы. То есть это получается как бы не навязчиво, но очень даже интересно. Я
даже затрудняюсь сказать, что здесь, я не знаю, наверное, это еще один подарок, набор косметичек, потому что я ничего больше не заказывала, а помнится, у меня подарков было очень много. Я думаю, что это они, да. Ой, мне уже они приходили, это уже третий набор. Я буду их дарить. А давайте на Новый год я устрою конкурс для вас, какой-нибудь прикольный, и разыграем вот эти косметички. Кто-нибудь получит от меня такой подарок новогодний, и нарисую вам открытки. Хотите? Напишите в комментариях, хотите вы получить от меня подарки? Готовы вы за них побороться? Мы так рандомно их потом разыграем. То есть вот эти косметички и открытки акварельные. Вы же знаете, что я рисую акварелью. Это мое такое увлечение. Не на шутку увлечение, которое... Так, это, наверное, тоже... Да, это тоже подарок. Тут же Giordani Gold Essence. Смотрите, румяна, тушь, эссенза, водичка. И это все, наверное, один подарок. Это под заказ девочка заказала наборчик такой лиловый, ой, фиолетовый, я не знаю, как его назвать, цвет сиреневый. Кстати, я такой гель ни разу не брала, вот именно такой аромат. Обычно я не пропускаю новинки, но почему-то его я не взяла, не помню почему. А вот этот аромат, это спрей для тела Love Potion So Tempting. Мне очень нравится. У меня такой есть, и его там прям вот осталось вот столечко. Я его обожаю на тело. Вот из души выходишь, так особенно летом. Вот я летом вам с удовольствием пользовалась. Так, это под заказ. Смягчающее средство. У нас чем? С клюквой, по-моему. По-моему, с клюквой. На последней страничке очень выгодное предложение. Да, с маслом клюквы. Я заказала с такое средство, потому что я знала, что придут такие два смягчающих, чтобы их не солить, как говорится. Я одно заказала, потому что с клюквой мне нравится. Ой, коробка не падает. Так, мыло, это тоже заказали, я не брала такое мыло. Я взяла себе лак из новой серии. Я все-таки настолько люблю золотистые оттенки. Это, подождите, нет, это не он. Gold Eclat. Короче, я не помню, что это за лак, откуда он у меня, может, это тоже в подарок, потому что я с прошлого каталога себе в конце каталога выписала лак такой светлый, не удержалась, но я сейчас смотрю, понимаю, что это не он. Я не знаю, откуда этот лак, скорее всего, это подарок, а может, кто-то заказал, а я не помню. У меня такое бывает, но благо я все записываю в тетрадку, поэтому не забуду. Это тоже заказ. Кстати, посмотрите, как красиво приходит мужской набор. Он в большой коробке, то есть она прям большая. Если сравнивать с каталогом, то вот каталог чуть-чуть побольше. То есть у нее большой формат. Представляете, как приятно дарить увесистый такой подарок. И при том, что он получается не такой уж дорогой, в пределах 500 рублей, то есть там 400 с хвостиком. И я думаю, что это очень классный подарок для мужчины. Недавно меня спросили, а надо ли мужчинам делать подарки? Ну а как же, обязательно. Ну всем же приятно подарки получать, и женщинам, и мужчинам, и детям, и бабушкам, и дедушкам. Даже кошке нашей нравится получать подарки. Проснись, скажи же, ты любишь подарки, дрыхуля. Мы ему дарим вкусняшки обычно. Так, заказала масочку с апельсином. Вы знаете, первый заказ очень скромный, я его очень быстро оформила, взяла самое необходимое. И одна тушь, это та самая тушь, которая сейчас идет новинка Giordani Gold, она под заказ у меня. Просто девочка хотела заказать тушь с металлической щеточкой, а так как я ее пробовала и записывала даже видео, я ее спросила, ты уверена, что хочешь эту тушь? Она говорит, ну как, не знаю, так написано про нее классно, что она с эффектом подводки. Вы знаете, на самом деле любую тушь можно накрасить с эффектом подводки. Если вы начнете сразу красить ресницы очень-очень акцент, поставите на начало роста ресниц, то есть у корня, то есть начнете там прокрашивать, а потом уже удлините, тогда и получается эффект обводочки. Но так как мне тушь не понравилась металлической кисточкой, я ей просто скинула видео, говорю, вот посмотри. И она говорит, все-все, я поняла, закажи мне тогда другую тушь. Эту я тоже тестировала, и мне она понравилась. Так, две помады, это под заказ. Не знаю, какие цвета, не помню. Одна такая вишневая,
вишневая, винная какая-то, а другая прям рыженькая, коралловая. Цвета, конечно, у помады On Color очень красивые. И по поводу качества, меня часто спрашивают тут мое мнение по качеству. Я могу сказать, что мне нравятся они. Я удивлена на самом деле. Во-первых, мне больше нравится этот дизайн. Предыдущий был черно-белый, и мне кажется, это смотрелось как-то, ну, как студенческая какая-то, ну, как черно-белый, какой-то такой вот деловой офисный стиль. И все-таки красный, он более такой хулиганистый, дразнящий, сексуальный цвет, и мне нравится именно сочетание больше красное-черное. И сами помады по качеству меня удивили. Я взяла одну, получилось так, что была акция, нужно было взять два каких-то продукта, и тогда они были дешевле значительно. И у меня клиентка заказала что-то одно, я говорю, ты хочешь что-то второе? Она такая говорит, мне ничего не надо, мне только это. Я думаю, ну окей, себе под шумок заказала помаду, получилось, что мне помада досталась большей скидкой, намного большей. Я взяла так вот, ну, чтобы знать по качеству, вот личный опыт, чтобы был. Потому что одно дело, когда я пробую помаду в бизнес-центре, за 5 минут мне надо 20 цветов перекрасить, и губы затертые, непонятно вообще что. То есть, ну, как бы я стараюсь первое впечатление уловить, чтобы сказать, но чтобы понять до конца помаду, ее нужно поносить хотя бы несколько дней, ну хотя бы день, вот именно основательно накраситься с ней, пережить с ней чаепитие, например, да, обед, посмотреть, как она ведется, как губы будут себя чувствовать. И вот эта помада себя очень хорошо проявила. Я не могу сказать, что она безумно увлажняющая, но она не сушит, она более плотная, чем предыдущая серия, потому что предыдущая была более такая прозрачная, но она хорошая, плотное покрытие, мягкое, лежит хорошо, достаточно стойкая. А если некомфортно губам, возьмите вниз бальзамчик, нанесите, 5 минут походите, промокните, а сверху помада. Вот такой будет эффект. У меня, кстати, сейчас на губах матовая помада. Это новинка, которая у нас была в 15-м каталоге по акции тоже, кстати. Я от нее в восторге. Вот все говорят, мне сушат губы. Вообще не сушат. Хотя у меня губы очень капризные, и они чувствуют, когда сушат. Это же, ну, просто прелесть. Я рада, что взяла эту помаду. Так, осталось немножко. Это помада-бальзам бесцветная. Тоже заказала клиентка. Ну, по поводу этой помады, это помада-карандаш. Она очень хорошо увлажняет губы, имеет приятный аромат. Мне кажется, клубничный у нее все-таки. Мне, ну вот я чувствую от нее аромат клубники. Она это бесцветная, а есть еще три оттенка, то есть темнее, темнее и более темная. У меня сейчас самая темная, и я ей пользуюсь просто как помадой. То есть, когда я не хочу красить губы помадой, а их надо смягчить, я просто наношу этот бальзам, и он увлажняет губы, ухаживает, цвет есть. И у нее есть SPF 8, по-моему. Не вижу, здесь очень меленько все. Ну, по-моему, SPF 8 в этой помаде есть. И осталось, по-моему, последний продукт. Мне пришла мятая коробочка. Как жалко. Ну, так выпрямлю. В любом случае, взяла на пробу. В такой чудесной коробочке приходит крем для рук с последней странички каталога. Он, по-моему, все с клюквой. Да, клюквенный чай называется. Я мыло не стала заказывать пока, то есть у меня не было цели сделать сразу гигантский заказ. Взяла вот все попробовать, разнюхать. Сегодня буду отправлять следующий заказ. Давайте посмотрим, что внутри. Коробочка очень красивая. Кстати, друзья, если коробка приходит мятая, то вы можете отказаться от продукта или обменять. То есть вы пишете претензию на сайте, что упаковка повреждена, прошу заменить, и нужно будет продукт отнести в то место, где вы получали заказ, ну, если это СПО, или в бизнес-центр. То есть лучше на горячей линии узнать поподробнее, где у вас примут претензию. Очень красивый флакон, очень. Слушайте, ну я его себе оставлю, это такое чудо, потому что мне вот нужен маленький крем с собой в сумочке носить. А я люблю, знаете, какие вещи? Ну, вы знаете, кто смотрит мои видео, чтобы достать из косметички или из сумочки, все такие, что это? У меня даже кисти, которыми я рисую, я стараюсь даже их ручки, вот за что мы держим, оформить красиво, или что-нибудь придумываю сама, или переставляю на что-то другое. То есть я люблю все такое вот, ну, необычное, чтобы обращали внимание. И вот этот крем, клюквенный чай, он тоже необычный. То есть он будет однозначно привлекать внимание. И давайте посмотрим, как он пахнет. Ну и консистенцию.
Бодренький такой аромат. Я уже, правда, вся в креме. Он жиденький, как прям лосьончик. Очень вкусно. Я себе еще закажу тогда. Мне понравилось. Потому что он уже кончится, а у меня потом будет желание еще такой крем иметь. Потому что сумочки носить самое удобное, маленький. Его надолго хватит. Не думайте, что 30 мл это мало. Ну, не так уж часто мы в дороге прям мажем руки кремом. Очень быстро впитался. И просто гладкий-гладкий послед такой остался. О, кайфовый крем. Ну что, если я все вам показала, то здесь осталась целая коробка каталогов. Каталог номер 17. Бесподобно красивая обложка. Я еще каталог не видела. Я не смотрю каталоги в электронном виде специально. Я продлеваю ощущение праздника, ожидания чего-то волшебного, потому что новый каталог, он волшебный. Вот я его сейчас держу в руках, а мне сердце прям так трепещет. Я уже хочу быстрее его рассмотреть. Бесподобная картинка. У меня такое чувство, что на обложке это очень известная голливудская артистка. Или так похоже, или это она и есть. Обалденно просто. Ох, сейчас буду смотреть с удовольствием. Что еще я хотела бы вам сказать в завершение? Каталог 16-й очень хороший. Нужно сейчас не лениться и показать его максимальному количеству людей, вашим знакомым, вашим друзьям, окружению. Везде оставляйте каталоги, в магазинах, где бываете, идете вы маникюр, педикюр делать, прическу, везде сорите каталогами, вот чтобы вот застелите ими все, где вы бываете. Знаете, как в сказках, там махнула рукавом озеро, махнула другим, лебеди поплыли, а вы так раз махнули, чтобы все знали, что вы в Oriflame, чтобы все знали, что вы можете достать этот дефицитный товар, натуральная шведская продукция, и у вас будет огромное количество заказов. Я поставила в этом каталоге цель 500 баллов. Это минимум 500, потому что я понимаю, что у меня нет столько времени ходить по клиентам, но я хочу вот в этот раз сделать рывок. И вчера я, знаете, чем занималась? Я выписала по памяти, кого вспомнила. Ну, еще будет продолжаться список. Я выписала всех своих клиентов, с кем я когда-то работала. Хотя бы один заказ у меня кто-то делал. Бывает такое, что человек сделал заказ, и я про него забываю, переключаюсь на других. То есть, ну, как-то вот от кого быстрее отклик идет, потому что не трачу на это много времени. Я выписала всех. У меня пока небольшой список, там еще человек 25-30 вот так. И я уже вчера сделала несколько звонков своим старым клиентам, скинула электронный каталог, восстановила связи, нашла одну клиентку, она переехала в другой город, оказывается, я не знала. Я ей предложила дисконт оформить, ну, чтобы не потерять человека. И так как я знаю, что она любит Oriflame, чтобы она продолжала пользоваться, при этом была в моей команде, несмотря на то, что она в другом городе, все равно мы будем как бы общаться на эту тему. Поэтому я вам рекомендую тоже, ну, как бы посвятить этому время, выделить время конкретно на создание клиентской базы. По-моему, теперь точно все сказала, расхвалилась. Жду от вас теперь обратной связи в комментариях. Пишите, делитесь, что вы себе из новинок заказали, что вам нравится. Может быть, вопросы какие-то у вас по продукции? Все спрашивайте. Аромат вспомнила, что надо понюхать. Очень нежный. Ну, как-то я в цветочные нотки больше чувствую. Обалденно, я довольна. Вот вы знаете, в этот раз я довольна абсолютно каждой своей покупкой. Мне кажется, просто отличный выбор. Еще бы я хотела, знаете, мне очень понравилось ожерелье такое, жемчуг, вот цепочка, а потом жемчужное продолжение. Мне оно очень понравилось, но я сейчас решила посмотреть, что у меня есть вот из жемчугов, чтобы не перегружать, как бы, свои шкатулки, потому что все равно все носить нереально одновременно, и очень много чего хочется, но нужно тоже расставлять приоритеты. И мне интересно, что вы себе заказали. Напишите. Все, теперь точно все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Ты что, так и не проснулся, Бутуз? Вставай. Пошли фотографии.